Субсидированные авиабилеты из Магадана в Москву и Хабаровск закончились. 2 января авиакомпании открыли продажу билетов по комфортным тарифам для отдельных категорий граждан. Однако чуть больше, чем через неделю, Аэрофлот приостановил продажи. По словам специалистов, это связано с лимитом госсредств. На данный момент этой авиакомпании можно воспользоваться, чтобы приобрести билеты по плоским тарифам. Направление Магадан Москва действует плоский тариф. Это, в принципе, тоже комфортная цена – 13 770 в одном направлении. Если мы говорим о субсидиях, то, допустим, у авиакомпании S7 субсидии еще имеются в наличии по маршруту Магадан-Новосибирск. Тем не менее, представители авиакомпании «Аэрофлот» отметили, что возобновят продажи субсидированных билетов. Напомним, льготным тарифом могут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет, а также мужчины старше 60 и женщины 55. Кроме того, инвалиды первой, второй, третьей группы и многодетные семьи.